И сегодня хоккеисты продолжили состязаться. Шведская сборная по хоккею с мячом одолела финнов. А в Кристалл-арене сошлись в борьбе хоккеисты Швейцарии и Швеции, Латвии и Казахстана, а также Англии и Канады. Последние, кстати, победили британцев со счетом 12-0. Также сегодня начались соревнования по сноуборду. Пока что прошли только квалификационные заезды, но даже они собрали полные трибуны. Спортсмены говорят о высоком уровне организации и подготовки объектов. Отличные люди, отличный персонал. Мне все понравилось. Я в прошлом году был на чемпионате мира. Так вот, у вас такой же склон, как был там. О, впечатляет. Все на высшем уровне. И трассы, и организация, и спортсмены. Вау, я в диком восторге.